Два мужчина, вы не белорусы, на белорусском языке живи белорус. Что нет? Что нарисовано? Бело-красно-белый флаг – это запрещенная символика? Нет. Где? Нет, в какой стране? В какой стране это запрещенная символика? Товарищ, открой хотя бы закон. Нет, ребят. Почитай хоть немного. Почитайте. Откуда вас берут? Нет, это не дело. Символика у него запрещенная. Это другое дело. Суд главное, вас что диета, вы к ребенку подошли. Я не знаю, кто ты такой? Представься. В своем уме, что вы делаете? Нет, ребята, сидите. А вы лучше поступки делаете? К вам и так доверия нет. А вы так черт знает, что вы еще творите. Детей трогать, пожалуйста. Занимайте место, это наше место. Трогали. Что значит не трогали? Подошли в маске к ребенку. Вопросы задаете, что он преступление совершил. Можете красить, можете сказать, но детей трогать нельзя. Пугать детей нельзя. Я не была... Но если вы... Кто заставляет детей? Вы что, с ума сошли, что ли? Я говорю еще раз. Вы подумайте, где вы живете сейчас. Кошмар уже. Вы подойдете. Да, вот так сделали. Это что, у вас банда формирования такая? Вы кто? Вы даже представили. ОПГ? Вы ОПГ? Меня зовут Денис. Я тоже представила. Меня зовут Денис. Я сотрудник милиции, но сейчас я после работы, ребята. Какой вы сотрудник милиции? Я сотрудник милиции, ребята. Почему? Тогда уезжайте. Что вы делаете у нас в дворе сутками? Тихо. Закон о милиции есть? Кто первый пункт? Приехали, детей наших пугают. Я сотрудник милиции, я знаю эти пункты. Расскажите, пожалуйста. Нет, я не вижу, там много надписей. Покажите, там какого ребенка они нарисовали. Что конкретно из запрещенной символики там нарисовано? Она написала «Живи Беларусь». Даже если она написала «Лукашенко 3%», они не имеют права никакого обращаться с детьми. Так. Никакого права. Ну, не запрещено. Так почему вы не имели права этого делать? На каком основании? Вы не имели права. Так вы почему подошли? Вы пугаете детей. Извините меня, вы считаете, что это ваша квартира. Не пугаете, да? Подойдите к нашим соседям, когда они будут вот такие в масках. Они будут в масках, а вы к ним подойдите. Вообще, кто вас так наряжает? От кого вы прячете? Если они вас боятся. А где бейджи, где звание? Кто вы вообще? Не представляются ничего. Бандиты приехали и стоят. Детей вычитывают, что рисуют мелками. Слушай, успокойся. Вы с головой дружите вообще? Посмотрите на ребенка. Посмотрите, к чему вы довели ребенка. Своей нормальности. Есть? Вот ты представь, что это нормально. Сам ходи так к ним. Например, вот что он там нарисовал? Это ребенок. Вызывайте органы опеки сюда и с ними поговорим. Мама ее сюда привела, потому что вы к ней подошли. Так я и пришла, вы не подходите вообще. На каком основании? В чем у вас вопрос? Он вот я слово написал.